Вот тебе, пожалуйста, Юпитер справа, спутник Каллисто даже виден, Ганимед ярко справа виден еще один, а слева Ио. Европа сейчас спрятана как раз за Юпитером. Потрясающе. Еще светло. 11 июля 2019 год. Харьков 21.07 по Киеву. А видно даже Каллисто, когда, которого и в темное время суток не всегда получается. Ну вот он, Каллисто, сейчас будет за правую сторону экрана прятаться. Ты посмотри, как хорошо видно, удивительно. Все, спрятался. Остался у нас Ганимед. Тоже приближается к правой стороне экрана. Очистилось более-менее небо, ну, по крайней мере, на этом участке. Конечно, противостояние Сатурна 9 числа я снимал в экстремальных условиях. После ливня, в дымке, в испарениях от дождя. Вот. Юпитер прячется, и остается только Ио. А Европа будет видна. Ну, вон птиц даже видно. Понятно, насколько световой день еще не закончился. Европа будет видна после 23 часов, если опять не затянет небо облаками. Может, даже и выйду поснимать, как она будет вылезать из-за Юпитера. Погодка вроде штиль полный. Ладно, сейчас покажу. Еще луна у нас есть, красавица. Там уже выпался из-за горизонта Сатурн, но его пока не видать за деревьями. Ну, тебе, пожалуйста, еще светло, практически как днем. Красота. Ни тебе ветра, ни тебе облачко в этом направлении. Выглянул с балкона и не смог удержаться от того, чтобы не пойти поснимать. Красавица. Пойти, что ли, на открытый участок местности, может, уже
и Сатурн удастся. Запечатлеть, что там будет в 11, непонятно, в 23 часа. Надо ковать железо, пока горячо. Да, очень классно видно. И никаких тебе колебаний, ни атмосферы, ни от ветра. Ну, вот и птичка обнаружилась. Ладно. Не будем затягивать, пойду я, пока еще светло, выйду на открытое пространство. 21:13. С полчасика еще есть. Солнце только полчаса назад село. Горизонт какой.